Buenos días, mis amigos. Здравствуйте, мои друзья. Сегодня я начинаю цикл коротеньких передач «Кофе Стенго 365». Un cafecito? Кафе. Кафе означает кофе. А русское слово «кафе» по-испански будет «кафетерия». «El café». «El» – это определенный артикль мужского рода. Слово «кофе» в испанском языке также мужского рода. «El café». «Me gusta el café». Мы можем прибавить прилагательное. «Café negro». «Черный кофе». «Café negro». Прилагательное, в отличие от русского языка, стоит после существительного, с правой стороны. Кафе негро, черный кофе. Либо есть другой вариант кофе. Кафе кон лече. Кафе кофе, кон союз с и лече молоко. Кафе кон лече, кофе с молоком. И используя неопределенный артикль «un», мы можем даже сделать заказ. «Un café negro, por favor». Либо «Un café con leche, por favor». Неопределенный артикль «un» и «Por favor», «пожалуйста». Например, официант вам задает вопрос в кафетерии. «Que va a tomar?» Где глагол «tomar» означает «пить». Хотя в Google словаре, если вы заведете «пить», Google всегда вам ответит «beber». Но в разговорной речи и также в ресторанах и везде вы скорее услышите слово «tomar». Я гарантирую это вам на 99%. Tomar. Que va a tomar? Что вы будете пить? На это вы можете ответить очень просто. Un café negro, por favor. Либо un café con leche, por favor. Отлично. Глагол tomar может послужить нам. Вы можете сказать, что вы не пьете кофе. Например, no tomo café. Я не пью кофе. Либо «No tomo mucho café». На самом деле, да? Я не пью так уж много кофе. Из чего мы пьем кофе? Давайте рассмотрим. La taza. Una taza. Una taza de café. Una taza. Чашка. Либо кружечка. Кружка, кружка. Вот небольшая, из которой пьют кофе и чай, будет называться таса. Una taza. Una taza de café negro. Una taza de café con leche. Запомнили? Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь, а сам я выпью еще глоточек кофе. Rico. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.